Приветствую вас, уважаемые партнеры. Меня зовут Алексей Буторин, я руководитель wellness-направления группы компаний «Империум». У меня сегодня в гостях Ольга Затолокина. Приветствую вас всех. И как вы уже понимаете, мы подводим итоги марафона «Мое преображение». Отлично. И первая номинация. В первой номинации мы отмечаем тех партнеров, участников, которые приглашали в компанию и на этот марафон новых клиентов, ну и кто-то станет новым партнером. И третье место у нас в этой номинации получает Жирова Тамара. Она позвала Пенькову Татьяну 22 марта, так как у нас у каждого участника получается по одному приглашенному, и мы оценивали по времени приглашению. Чем позже, тем чуть дальше место. Поэтому третье место Жирова Тамара. Она пригласила Пенькову Татьяну 22 марта и получает за третье место приз. Это сыворотка Империум Космо 3 и Мицелайф Скел. Второе место у нас получает Тихомиров Олег. Он пригласил Небытову Веру 20 марта. Вот, уже чуть-чуть пораньше. Два дня всего отделило. Да-да-да. Вот, и он за второе место получает Империум Космо 3, да, сыворотку, и Матрикс Юна. И за первое место приз Империум Космо 3, Матрикс Юна и Мицелайф Скел у нас получает Чуприна Анна. Она пригласила Назаренко Веру 14 марта. Вот, и за это получает первое место. Это вот у нас такая номинация. Поздравляю наших победителей. Ну и, наверное, сейчас самому интересному. Мы оставили на закуску. Да, я передаю слово Ольге. Благодарю. Я, конечно, в этот раз очень долго выбирала победителей, было много, да, претендентов, поэтому давайте начнем также с третьего места. Немножечко скажу сразу, что диагностику я всем отправила вам, полностью подробный анализ вашей работы, а также самое главное, это рекомендации для вашей самостоятельной работы дома. Все они вам отправлены уже вот буквально на днях были. Итак, третье место у нас занимает Елена Самохина. Поздравления наши вам. У вас замечательный, да, результат. В целом у вас подтянулось лицо, у вас улучшился тургор кожи, ваш нижний контур стал более четким, цвет лица у вас стал более свежим. И глаза, конечно же, они открылись за счет того, что мы подтянули, скажем так, да, все лицо, и взгляд ваш стал более выразительным. Поэтому третье место вы заслуженно получаете. Итак, второе место у нас, и здесь такие у нас были баталии даже немного, у нас получает Ольга Кравченко. Ольга, мои поздравления вам, работа у вас проделана шикарная, очень большая. Я очень горжусь вами и вашим трудолюбием. У вас в целом не только результат на лицо, как говорится, но и на осанку. Вы совершенно по-другому стали выглядеть, более статный, более молодой. Ваше лицо, вообще ваш весь нижний контур, он стал, ну, на лет 5 так точно, ну, да, моложе. Ребята, все по фотографиям видно. Мы фотографии потом будем выкладывать, первую-вторую. Вы можете сами даже определить вот эту разницу. Да, это безусловно. Мы не голословные. У вас, конечно же, самые большие изменения были в нижней части лица. Но, конечно же, ваши глаза, ваш центр лица, носогубные заломы, ваша зона межбровной морщины, конечно же, они разгладились, они стали менее заметными, и от этого результат, конечно, в целом на лице, про качество кожи, естественно, да, уже как априори не говорю, качество кожи, цвет лица, состояние полное, да, лица, оно, конечно же, качественно изменилось, я вас искренне поздравляю. И, конечно же, у нас есть первое место, да. Первое место я практически так как-то сразу выделила результат ваш. Первое место занимает Тамара Жирова. Мы вас поздравляем. У вас прекрасный результат, потому что, ну, вы, конечно, помолодели лет на 7, это минимум, может быть, где-то и 10 даже, да? Почему я просила немножко отступления, сделаю качественные фотографии, здесь вы поймете, потому что
у Тамары прекрасный результат именно на качество морщин, назовем это так. То есть если все лицо было такое, ну, есть мелкоморщинистый тип старения, да, и все лицо, оно как бы иссечено морщинами, то, конечно, на фотографии после, когда лицо стало получать достаточное видно, питание, то оно просто моментально разглаживается, и большинство морщин, они просто уходят. У Тамары здесь все у нее, да, по порядку, и нижний контур лица, и депрессоры, да, наши губы, и носогубный залом практически ушел полностью, это мешки под глазами, да, стали практически незаметными, и, конечно же, наши межбровные морщины, наш лоб стал, точнее, ваш лоб стал просто практически идеальным. Да, у всех есть еще с чем работать. Не будем забывать, что это всего 21 день, поэтому рекомендации на дальнейшую работу вам всем даны. Если не останавливаться, да, и вот эти постоянные, можно выполнять уже назвать, твои рекомендации. Да, и можно уже назвать постоянными участниками марафона, некоторые стали, да, конечно, результат, он становится, самое главное, стабильным. И мы с каждым марафоном его просто улучшаем, да, уже у некоторых идет такая детальная проработка. Поэтому, Тамара, мы вас поздравляем. Пожалуйста, не останавливайтесь, и я, конечно, с радостью буду всех ждать на следующих встречах, чтобы мы с вами уже находили более невидимые, скажем так, предметы старения и с ними работали. Поэтому в общих чертах, как у нас проходил марафон, хочу немножко рассказать буквально. 21 день мы боролись не только с признаками старения, но и с нашей ленью, да, с нашей грустью. Так как участник чата и да, вот этого мероприятия со стороны наблюдая, подтверждаю. Да, было тяжело в некоторых моментах, я с вами полностью с вами согласна, но оно, я думаю, того стоило. То есть для этого у нас всегда практически 24 часа в сутки наш чат поддержки, какие-то дополнительные упражнения, занятия я давала, да, помимо наших вебинаров и, конечно же, наши самомассажи. Поэтому, мне кажется, за 21 день выработать привычки, которые вы хотели, благодаря чек-листу, который мы все вели с вами. Не забывайте про него, кстати. Да, он многоразовый, скажем так, можно его несколько раз распечатывать и вписывать себе уже новые привычки. Думаю, что работа проделана шикарная у нас с вами, у нас уже такая взаимная хорошая работа получается, поэтому... Я всех еще раз поздравляю, благодарю, что вы доверились, что вы уже приглашаете людей и хотите уже встречаться со мной снова. Это такие общие моменты, может быть, еще что-то добавить. Да, конечно, спасибо, Ольга, большое спасибо за этот марафон, шикарный, и очень много приятных отзывов, как ты могла видеть, да, наблюдать. Мне очень приятно, спасибо огромное. Всем огромное спасибо, да, за вот эти отзывы шикарные и вообще за вашу работу. И я хочу обратить ваше внимание, то, что мы с вами проделали, не просто какую-то работу над собой, мы сделали, помимо всего остального, очень много задач выполнить дополнительно. Мы привлекли новых клиентов. Мы пользовались продукцией и делились ей в соцсетях, чтобы нам больше было на нас внимания, и мы преодолели какие-то, кто-то для себя какие-то, может быть, проблемы преодолел. Кто-то снова стал более счастливым, более веселым, что ли, потому что, дорогие друзья, просматривая фотографии, что отметил я точно, на каждой фотографии человек стал веселее. Да. Он на каждой фотографии стал счастливее, на фотографии после. Это люди меняются, это просто меняется их, видимо, уверенность в себе, какая-то вот эта внутренняя радость, какая-то благодать. И как угодно можно это назвать, но то, что этот марафон, помимо механического какого-то изменения структур лица, да, он меняет человека изнутри. Из прошлых даже марафонов мы знаем, что мы вытаскивали людей из депрессии. Поэтому это замечательный марафон, помимо для лица, да, эффективности, также и для нашего внутреннего состояния. С другой стороны, это шикарный инструмент для бизнеса. Всем нравится, все приходят, все спрашивают, когда будет новый марафон. Дорогие друзья, приглашайте новых партнеров, новых клиентов. Вот делитесь впечатлениями, делитесь теми отзывами, которые вы сами написали в своих соцсетях. Делайте репосты, все что угодно, чтобы больше партнеров. Это больше нужно даже вам для того, чтобы вы привлекали
для своего бизнеса, для развития. Ну и нам, конечно, тоже, Ольге, очень приятно работать очень с этими людьми. Так, и что еще раз хочется сказать. Давайте мы еще раз объявим наших победителей и подробно, как бы подробнее расскажем. Я слово подробно откуда у меня берется. Дорогие друзья, под этим видео оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Чем будет больше комментариев, тем лучше. И тогда мы проведем подробный разбор, как Ольга предложила, по каким параметрам Ольга оценивала победителей, да, а вообще на что стоит внимание обратить. И вот этот вот, может, такой небольшой подробный разбор по деталям победителей марафона мы сделаем отдельный ролик. И поможет в следующий марафон также приглашать. Да, и для кого-то, если кто продолжает заниматься по этому чек-листу, они посмотрят, на что стоит обратить внимание, и уже будут работать вот в этом направлении. Давайте повторим наших победителей, еще раз объявим, это очень приятно. Номинация «Приглашение новых клиентов». Третье место — Жирова Тамара, второе место — Тихомиров Олег и первое место — Чуприна Анна. И за второе место у нас, за третье место — это сыворотка Искел, за второе — сыворотка и Юна, и третье место — это комплекс, да, набор. Третье место у нас в моем преображении, молодильное яблочко, у нас Елена Самохина получает Империум Космо и Скел. Ольга Кравченко, поздравляю, видел Ольгу в Москве, встречались на конференции, прекрасно, когда Ольга все успевает, и на конференции, и участвовать в марафоне, и прекрасно так выглядит. Второе место — сыворотка и Юна, и первое место — Тамара Жирова. Огромное вам спасибо, то, что вы вот действительно, это реальный результат, который вот прямо видно на фотографиях, вы изменились. Надеюсь, наш марафон для вас был очень полезным и нужным. И за первое место вы получаете сыворотку, Юну и Скел. Ну вот, дорогие друзья, так прошел наш марафон. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, свои отзывы. И, в общем, будем эту тему всем рассказывать. Да, ведь красота и здоровье – это два незаменяемых, а рядом идущих параметры. И самое главное, Алексей, еще забыла сказать, со мной делились, мне в личные сообщения писали, со мной делились, что самое главное, результат таких марафонов – это комплименты от мужей. Это ли несчастье, когда уже по-другому на тебя смотрит твой родной человек, который видит тебя каждый день, а тут раз, ты что-то такая красивая сегодня. Это замечательно. Поэтому давайте на этой прекрасной ноте мы с вами будем прощаться и, конечно, ждать новых встреч. Обязательно будут новые марафоны. Получайте комплименты, будьте счастливы. Всего доброго. Пока.